Серьезно? У вас, ребят, было около 6 часов на то, чтобы изучить этот инст. Нафига вы вообще встаете в очереди на ЛФР, если вы понятия не имеете, что делать? О, ты пытаешься прокачать мага? Мило. У меня их 4. Я аплевел еще тогда, когда это было трудно сделать. Я взял себе пепел Аллара еще тогда, когда это было трудно сделать. Я получила звание чокнутой еще тогда, когда это трудно было сделать. Сегодня чтение это слишком легко, это тут же делает все ясным, как день. Какой-какой у тебя уровень экипировки? И ты хочешь в мой флекс? Ребят, наручи Боба даже не перекованы, этот вайп на его совести. Тебе ни разу не приходилось видеть Анкирадж? Плохо быть тобой. Я получила свой сет трансмагрификации, когда ходила в рейды актуального контента. О да, началось лето, и похоже все дети кинулись играть в WoW. Ну-ка, где же мне встать, чтобы как можно больше народу увидело, насколько крутая моя экипировка? Пандария, это так по-детски! Всем известно, что пандарены были еще в 3-м Варкрафте. Если ты не можешь апнуть левел дольше, чем 3 дня, убей себя. Оу, ты только начал играть. Я играла еще со времен БК, так что... Я играл еще во времена Ванилы, так что... Я играла еще со времен Беты, так что... Я знал еще чувака, который придумал WoW, так что... Другие ребята из моей гильдии куда более продвинутые, чем вы. Да у меня, наверное, эпик шмот старше, чем вы. Я не могу поверить, что вы не знаете этот инст. Это же ПТР. Меня достало, что такие казуальщики, как ты, портите всю игру. Какой у тебя вообще уровень экипировки, нуб? Выше, чем у тебя. Блин, да ты вообще нормальной жизнью не живешь. Выходи хоть иногда на улицу, что ли, задрот. О, это новая Палина форма. Очень мило, очень мило. Переведено и озвучено командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и заходите на наш сайт, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и паблик ВКонтакте.